Здравствуйте, мне зовут Андрей Батин, мне 6 лет. И сейчас буду рассказывать о себе. Я умею играть в теннис. Очень хорошо играю в теннис. И в футбол больше всего увлекаюсь и играю. Еще умею плавать отлично. Я умею читать и писать еще. Скоро у меня школа, когда мне будет 7 лет. Маленький старичок, длинный седой, бородой сидел на скамейке. И зонтиком чертил что-то на песке. Подвинься, сказал ему Паулик и присел на край. А чем ты еще увлекаешься? Я увлекаюсь еще шахматами, увлекаюсь. Я знаю чемпионов мира Магнус Карлсен и по футболе Пеле. Он уже старенький, сейчас Месси-то. Я умею программировать и люблю это. Что ты сделал? Я делаю много чего. Я люблю на горных лыжах кататься. Я еще люблю идти в аквапарк, в океанариум, в аквапарк. Это мой самый любимый. Я сейчас в Таиланде. Я родился в Майами, живу в России. Выиграв, то я хочу стать футболистом. Потому что я люблю футбол. Here we go. Play. Quick. Come on, Andre. Okay. Good, guys. Well done. Very good. Играю в Спартак Москву, а в футбол в Португалии. У меня же дома котик, рыбка, хомячок. Мне же 4 медведи осталось одна. Жаль. Ну так бывает, да? Ну так бывает. Все-таки. Ну ничего страшного. Можем купить новые когда-то. А тебе было жалко, когда рыбки умерли? Да, было жалко. Остался один. Мой друг Сёмик, победитель. А мой кот Пушистик почему-то не трогает моих рыбок. И хомячков. Кого ты больше любишь, маму или папу? Я их одинаково люблю. Андрюш, скажи, пожалуйста, сколько будет 12 плюс 7? 12 плюс 7 будет 19. Молодец. У меня много очень друзей. Я занимаюсь айкидо, это я люблю очень. А ты отжиматься умеешь? Я умею отжиматься. А покажешь? Ну, подавай, покажу тебе. И я хочу себе братика, чтобы играть с ним в футбол. We are the champions, my friend!